Да. О, здравствуйте! Я уже со звуком. Чудесно. Okay. Спасибо, да. Хорошо. Так. Спасибо вам огромное за то, что вы здесь. Это вот главные слова, которые, наверное, я могу вам сказать. За то, что вы здесь, и за то, что вы, каждый из вас, обладаете сердцем, которое отдает любовь, изо дня в день отдает и отдает, и всю свою жизнь отдает бесконечно. И эта любовь взращивает множество поколений людей, человеков, как говорила моя любимая учитель в школе. Очень важно, чтобы каждый из нас вырос человеком. Так вот, я сегодня перед вами, Ксения Безуглова, мотивационный спикер, медийная личность, как говорят в Википедии. И я в инвалидной коляске. Я такой была не всегда, и родилась я здоровым ребенком. Росла такой, как обычно, все непоседы. Кстати, я выросла на Дальнем Востоке, в Приморский край, село Вольнонадеждинское. Я из деревни. Вот. И наша сельская школа номер один, и наш детский сад, в который я ходила, мне кажется, что они очень важны и очень много дали в моей жизни. И сегодня ежедневно, где бы я ни появлялась, меня спрашивают: «Ксень, что? В чем твоя формула счастья? В чем секрет? Что позволяет тебе каждый день вот так жить и не сдаваться?» Я сейчас попытаюсь с вами поделиться как можно кратче, чтобы вас поскорее отпустить. Так вот, я росла здоровой девочкой. Вы знаете, я сейчас ехала сюда и вспомнила такую историю, когда мне было 4 года, это была зима. Я очень любила лазить по деревьям, но зима, снега много, и родители оставили меня дома, они были на работе где-то, я пошла гулять. Ну, так как мы жили в своем доме, в маленьком совершенно таком геологическом поселочке, я всегда гуляла там одна. Так вот, я пошла в лес и залезла на свое любимое дерево. Ну, подумаешь, что я в большой шубе. Но нужно сделать отступление. Родители всегда мне говорили: «Ксень, ты... ну, не лазь по деревьям, когда-нибудь упадешь оттуда». И вот каждый раз, когда я залезала на дерево меня снимали и каждый раз говорили одно и то же: «Не лазь, ты упадешь, мы твоих костей не соберем». И я каждый раз думала: да не может этого быть. И вот, оставшись одна, я залезла на дерево и так здорово там уселась. И в какой-то момент ветка отломилась, и я полетела вниз. И думаю: ну вот, настал тот день, когда, значит, о котором мне все говорили, сейчас моих костей не соберут, и никогда их здесь вообще никто не найдет, потому что снега по колено, и я в лесу. И в секунду просто меня поймал сук дерева, вот уже прям последний сук дерева меня поймал за капюшон, и я осталась на нем висеть. Вот я вишу и думаю: класс, я же говорила, никогда не упаду с дерева. И, кстати, это было мне 5 лет, вот я сейчас вспомнила, да, 5. И вот я спустила, я вишу, уже стала замерзать, и зову о помощи людей: помогите, никого нет. И тут какой-то мужчина, я помню, как начали неметь мои ноги и руки, какой-то мужчина прошел, он геолог, который приехал со смены, и совершенно случайно оказался там, мимо проходя в свой дом. Он подошел, конечно, с огромными глазами, снял меня с дерева, я побежала домой совершенно счастливая. Я помню то ощущение счастья, которое у меня было. В тот момент моей миссией в жизни было лазать по деревьям, понимаете? Вот эта миссия, она была для меня важна. Ее никто не понимал, никто не поддерживал, ее осуждали родители и считали, что я вообще когда-нибудь разобьюсь там насмерть. Но для меня она была важна, я в нее верила. И я думаю, что вот по жизни сохранить вот это ощущение счастья очень важно, потому что, наверное, каждый со мной согласится, что-то в один момент с нами меняется. Мы все ждем, что что-то щелкнет, и мы будем снова, как в детстве, верить в себя. Потому что в какой-то момент мы перестаем в себя верить. Перестаем верить в то, что мы делаем. Я сейчас
ну, встречаюсь с тысячами людей, и каждый раз одна и та же проблема. Мне не хватает веры в себя. Ну, человек так не говорит. Он говорит, я вот в какой-то момент я делала то, что я хочу, и к чему я иду, а потом почему-то перестала, затянула то одно, то другое. Так вот, тогда, когда я бежала домой, я точно знала, что нужно верить в то, что для тебя важно, и идти к этому, несмотря ни на что. И точно знала, что я никогда не упаду с дерева. Сейчас я смотрю на свою старшую дочку, она, ее практически невозможно снять с дерева, и я молчу. Пусть. Вот. Сейчас, наверное, важно сказать еще о том, что в 25 лет случилась со мной эта авария. Тогда я была беременна своей первой дочкой. И, конечно же, я никогда не могла предположить, что со мной может такое случиться. Потому что два года назад я вышла замуж, у нас прекрасная семья, нас везде показывали по телевизору, потому что все было очень красиво. И тут переехали в Москву, карьера, все идет, как я хочу. И вдруг авария. Естественно, я никогда не думала, что такое может со мной случиться. Но я, мне кажется, интуитивно к этому подготовилась. Я расскажу, как. И, наверное, это и есть секрет. Секрет того, что ты не в том, что ты готовишься к чему-то плохому, а в том, что ты всегда готов ко всему, что бы с тобой ни происходило в жизни. Как это сделать? Так вот, в 16 я почему-то посмотрела на свое окружение. Вы знаете, это очень важно. Окружать себя теми людьми, которые вас поддерживают. Как говорит Уилл Смит, теми людьми, которые помогают твоему костру гореть и подбрасывают туда дров. Так вот, в 16 я была, как все классные подростки, таким ребенком, оторвышем. Я ходила на дискотеки, все были старше меня. И вот мы с моей плохой компанией везде шатались. А мама всегда меня ругала, и никак мы не могли друг друга понять. И я вот однажды шла из школы и думала, ну что ж такое, как же, почему меня никто не понимает? Ну нормальные друзья, друзья как друзья, у всех такие. А потом так думаю, Ксюш, а вот кто из этих друзей будет с тобой через 10, 20, 15, 30 лет? Я поняла, что я никого из них рядом с собой не вижу. Я не хочу всю жизнь оставаться здесь, ходить по дискотекам, подъездам и заниматься вот этой ерундой, которой все занимаются. Я себя вижу иначе. И опять вспомнила о своей миссии. На тот момент она уже казалась другой. И я думаю, а как же я теперь скажу всем своим классным друзьям, что я с вами общаться больше не хочу? Ну, как-то странно, да, будет, если я приду в компанию, скажу, так, все разошлись, я тут больше решила, я стала, решила стать лучше. И вот углубилась я в какую-то литературу. В конце 90-х огромное количество разной духовной литературы пришло в Россию, наверное, все это помнят. Я стала читать книги одну за другой, приняла христианство. Потом, значит, к нам на Дальний Восток два раза прилетал Далай-Лама. Я приходила к нему и говорила, Далай-Лама, скажите, в чем мое предназначение? Я очень хочу знать, и мне очень важно это сейчас понять. Он мне так клал книжку какую-то на голову и говорил, easy, baby, расслабься. И все. Как расслабься? Я тут, понимаете, ощущаю миссию свою, я должна что-то дать. Easy. И вот очень интересно, что через год вот такой жизни я ходила на разные собрания всяких людей, с кришнаитами даже тусовалась. Вот через год никого из тех друзей рядом со мной не оставалось. Это был вот следующий мой день рождения, никого рядом уже не было. Им было уже со мной странно и неинтересно, все уже там считали меня какой-то повернутой. А у меня вокруг меня окружали люди, которые светились изнутри. И готовы были поддерживать меня во всем. Очень важно сказать, что через 10 лет, когда я попала в эту аварию, кстати, по случайности, не случайной, это случилось тоже там, на Дальнем Востоке, и все эти друзья были рядом со мной через 10 лет.
Все каждое утро приходили ко мне в реанимацию, поддерживали, держали за руку с шарами, с бубнами. Каждое утро взрывали просто эту тишину реанимационную и были рядом. И они до сих пор со мной. Очень важно создавать это окружение. И когда меня спрашивают, самый частый вопрос журналистов: «Ксения, почему у вас так много друзей? Почему от вас не ушел муж?» Это самый топовый вопрос. Почему не ушел муж? Я думаю, что очень важно сказать, что со мной всегда была миссия, которая притягивала тех людей, для которых она тоже важна. И очень здорово, что тут, безусловно, каждый из вас обладает своей миссией. И очень важно, чтобы каждый из вас осознавал цену этой миссии. Это очень важно. Потому что в тот момент, когда со мной все это случилось, первыми докторами, которые были в моей реанимации, были акушеры-гинекологи, которые убеждали меня в том, что я должна отказаться от своей беременности. 3 месяца было беременности, и 8 часов наркоза, тяжелейшая операция. Естественно, доктора, неврологи и нейрохирурги понимали, что со мной произошло. И врачи просто говорили: ты кому такая будешь нужна, еще и с ребенком? И вот в тот момент, я сейчас вот открою маленький секрет, моей миссией на тот момент, главной, которая была безоговорочно важна для меня, было родить ребенка. Я вообще всегда с 9 лет мечтала стать мамой. Я вот ходила из школы домой и думала, какие у меня будут дети. А потом узнала, что у нас рядом с домом открывается детский дом. И я ходила с музыкалки в школу, из музыкалки домой и думала, вот я сейчас вот их всех привезут, и я пойду и всех заберу к себе домой, всех усыновлю. И продумывала план каждый раз. Для меня очень важно было стать мамой. Когда в 25 лет ко мне пришли, пусть в реанимации акушеры-гинекологи сказали: нет, ну вот бумажка, подпишите, мы сделаем прерывание. Что я сказала? Я вас не слышу, нет. У меня есть моя мечта, моя цель, моя миссия. И нет ничего, что могло бы ей помешать. И через 6 месяцев, тяжелых месяцев, я лежа должна была ее вынашивать. И меня никуда не брали ни на реабилитацию, ни на лечение. И врачи пугали тем, что вот сейчас у тебя есть те 6 месяцев, когда ты можешь встать на ноги. Это самый реабилитационный период. Потом уже, скорее всего, не получится. Для меня это было не аргументом. Для меня было гораздо важнее, что я вот сделаю, выполню свою миссию и подарю жизнь тому ребенку, которого нам дал Господь Бог. И сейчас я абсолютно... Спасибо. Сейчас я абсолютно уверена, что спасает нас всех одно. Наша внутренняя миссия, мечта, цель. Как угодно мы ее можем назвать, но только это спасает. Поэтому, почему я начала сегодня наше знакомство со своего детства? Постарайтесь и возвращайтесь как можно чаще в состояние детства, потому что только там мы настоящие. Только там мы истинно в согласии с собой жили, и если это сохранить, продолжаем жить. И верьте в эту мечту, какой бы она ни была, в эту миссию. Очень важно служить этой миссии. И сейчас, когда у меня 3 детей, я могу точно сказать, что я, безусловно, счастлива, потому что я следую своей миссии, я слушаю ее вместе со своим сердцем. Сейчас мне очень хочется каждому из вас сказать, что в каждом из нас она есть, настоящая мечта. И, наверное, приведу такой пример, Допустим, предлагают человеку, человек мечтает о загородном доме, вот всю свою жизнь, вот хочу, там вот визуализирую, иду к этой своей цели, у меня там вот с этим связана вся моя жизнь. И тут предлагают квартиру в центре города. И человек что делает? Он как бы разменивается, да, как отказаться от такого подарка жизни? Это условный пример, но мы очень часто размениваемся. Поэтому я хочу
сказать очень важные слова. Никогда не изменяйте своей искренней, истинной мечте. Всегда проверяйте себя на истинность своих целей. Потому что если даже вы гипотетически себе предложите что-то, ну вот, вот у меня такая тяжелая жизнь, такая миссия, но она очень важна. Вот предложили бы мне сейчас ну, что-то полегче, с большими деньгами, отказалась бы? Да легко. Значит, не настоящая. Поэтому от истинной цели и от истинной миссии вы никогда и ни за что не откажетесь. А если вы будете жить в согласии с этой миссией, то никогда и ничего не сможет вас сломить, я точно знаю. И вот тогда в 25, по сути, юность, я сейчас смотрю на 25-летних и думаю, боже мой, дети, этим ребенком была я. Я лежала в реанимации, живя вот этим ощущением, что у меня внутри жизни, я ее несмотря ни на что подарю. Чего бы мне это ни стоило. Сейчас, когда меня спрашивают, Ксюш, вот ты вот на коляске, тебе ни разу не было жалко, смотря на своего ребенка, что вот, а я на коляске, а ты тут бегаешь, а за тобой еще надо смотреть, и нервы мотает еще. Никогда. Никогда не было жаль. И знаете, еще однажды такая в нашей жизни ситуация произошла. Это тоже вот к вопросу о том, что возможно все. Тогда была у нас еще... Нет, у нас было уже двое детей. Я только 6 месяцев назад родила вторую дочь. И муж звонит мне и говорит, слушай, я тут билеты купил на лыжи. Что-то мне кажется нечестно, что ты на коляске сидишь, и мы из-за этого перестали кататься на лыжах. Ну, в общем, он купил билет и улетел кататься на Сахалин. Я, конечно, как правильная жена сказала, ну, молодец, здорово, конечно, катайся, но я обиделась. Ну, так, мы же девочки, все понимаете. Я не подала виду, но я обиделась. Он это чувствовал, и через год говорит, слушай, я купил билеты в Сочи. Я говорю, поздравляю. Он говорит, да ладно ты, ладно, я всем купил нам. А вот весь год до этого мое зерно, оно так там поселилось, знаете, такое, мне все время думаю, ну как же так? Он катается, а я дома с ребенком, ну что это такое, нечестно. И когда он мне позвонил, рассказал про Сочи, мое зерно сделало так, пиу, оно проросло, у меня моментально родился план действий, моментально. Я позвонила сразу же другу, паралимпийскому чемпиону 6-кратному, говорю, слушай, Рома, мне очень нужна вот эта штука для гор, лыжа. Он говорит, ну ладно, сейчас подумаю. Вот там ребята на сборах сейчас, лыжники, поезжай за город. Я все дела отложила, за руль села, все, волосы назад, я мчусь. Прилетаю, говорю, ребята, мне нужна лыжа. Он говорит, есть, там вот стоит, бери. Я смотрю на нее и говорю, слушай, я, по-моему, что-то вот не так себе это представляла, а как вы на ней катаетесь? Он говорит, ну вот так, вон, смотри в окно, а там лыжники по трассе. Я говорю, так это что, это равнинные лыжи? Он говорит, да, а тебе какие надо? Я говорю, мне нужны горные. Он говорит, как горные, Ксюх, ты что, с ума сошла? Я говорю, не, ну, правда, я на ней смогу? Точно не сможешь. Я говорю, ну, если постараться, в принципе, можно? Нельзя, ты убьешься. Думаю, вот что же делать? Я так расстроилась. Я же по дороге, пока ехала, всем друзьям позвонила. Я говорю, слушайте, я тут еду в Сочи на лыжах кататься. Все говорят, слушай, берем билеты, мы должны это видеть. А лыжи нет. И я еду обратно расстроенная, мне звонит Рома, говорит, Ксюх, нашлась эта штука, она одна есть. У нас в России нет ни одного спортсмена, колясочника, кто катается на горных лыжах. Вот эти моноски, если вы видели, да? Ксюх говорит, у нас есть резервная в Сочи, осталось, приезжай, забирай. Я приезжаю, мне загружают полный багажник этой железа этого. А я же не говорю ничего мужу. Муж прилетает вечером из Владивостока, а утром мы летим в Сочи. Мы, значит, выходим все, 6 утра, картинка, картонка, собачонка, две коляски, ребенок грудной. Он багажник моей машины открывает, говорит, это что? Я говорю, лыжи? Он говорит, чьи? Я говорю, мои. Ну, ладно, потом разберемся.
И мы эти 17 килограмм привезли в Сочи. И с нами еще 23 друга и подруги, ну вот в целом, 23 человека друзей прилетели с нами на это смотреть. Среди них там была даже одна режиссер с операторской группой, со звуком, со всем. Она говорит, я должна снять исторический момент. Никто не знает как, но все были уверены, что получится. Мы затащили меня на гору. И когда меня поставили, значит, в шлеме, я села в эту штуку, в монолыжи. Они говорят, Ксюх, ну как, ты знаешь? Я говорю, нет, но разберемся. И меня поставили на край вот этого склона. Я посмотрела вниз и думаю, вот черт. Там внизу дети. Вот мне что бы с ними не сидеть. Значит, отпустили меня. Естественно, я упала и вот так кувырком. И так продолжалось несколько часов. Через несколько часов я была сплошной синяк. Вся. И вот, знаете, меня отпускают, я падаю, меня отпускают, я падаю то туда, то сюда, шлем в одну сторону, ноги в другую. Мы только на третий день сообразили, что надо меня пристегивать к этой монолыже. Там была для этого соответствующая липучка, но мы не заметили. Вот. И три дня все бегали за мной, меня, значит, поднимали. На третий день я поехала. Это было очень здорово. Все плакали вместе со мной. Не знали только, как тормозить. Они только кричали, Ксюха, падай. Это было точно наверняка. И я падала, и всей гурьбой ребята поднимали меня вверх, и все плакали вместе со мной. Так вот я к чему. На третий день уже катались все. Даже кто никогда в жизни не стоял на лыжах. И моя дочка тоже встала на лыжи, старшая. И вот мы поднялись уже на высокую трассу, все встали и стали спускаться вниз. И вот так слева от меня была дочка, справа муж, друзья нас догоняли, обгоняли, мы кидались там снегом, снимали друг друга на видео, что-то там дурили. И я помню свои ощущения. Я плакала, спускаясь с горы, не от того, что ветер в глаза, от того, что такого счастья в моей жизни не было никогда. Да, я вся сплошной синяк. Да, я очень много прошла, чтобы встать сейчас на эти лыжи. И я понимала, что вот у этих лыж сейчас, у этого спуска, такая цена, которой нет ни у одного человека, ни на одном склоне во всем мире. Потому что это вот так. И сейчас рядом со мной моя дочка, мой муж. И я счастлива рядом с ними. Я не та мама, которая сидит внизу в пледе. И не та жена, которая сидит внизу в пледе и ждет, попивая глинтвейн. Я вместе с ними рядом. Если бы меня в тот момент спросили, Ксюша, а ты бы могла отказаться вот сейчас от этого? Мы бы тебя вернули вот туда 8 лет назад. И как будто бы ничего не было, ты как все. Я бы точно сказала нет. Я вам точно говорю, что я бы не отказалась никогда вот от этой жизни, которая мне дана. Потому что она действительно счастливая. Пройдя те испытания, которые я прохожу каждый день, несмотря ни на что, ты становишься сильнее. Сила твоя настолько становится непоколебимой кем-либо, что тебе в принципе не страшно, что нас выбивает из колеи, наши страхи, мы чего-то боимся, в чем-то сомневаемся, мы не верим. Каждый день, преодолевая что-то, свою лень, свои страхи, свои какие-то убеждения, стереотипы, ты становишься сильнее и счастливее. Первый вопрос, который я задавала, когда я поняла, что ноги, скорее всего, уже никогда не пойдут, что еще было в реанимации, я лежала. Первым вопросом было, для чего мне все это? Ни за что, ни почему, ни что же я такое натворила, что мне это дано. Никогда, правда. Только для чего? И это ключевое. Я каждый день спрашиваю себя, где бы я ни находилась, что я здесь делаю и для чего я здесь дана. И каждую секунду своей жизни я стараюсь что-то дать. И, наверное, это и есть главный секрет моего счастья. Потому что только отдавая, кому как не вам это знать, ты чувствуешь такой прилив счастья, такую безусловную любовь. Она бесконечная.
ты отдаешь и отдаешь. И каждый раз меня журналисты спрашивают, откуда у вас столько энергии? Где вы берете? У вас семья, благотворительный фонд, огромное количество каких-то мероприятий. Я говорю, так я не знаю, что такое быть не в ресурсе. Мне постоянно возвращается. Я отдаю и получаю еще больше. В этом секрет. И первым вопросом, первым ответом было, Ксюш, ты должна делиться с людьми тем, что у тебя есть. Я сидела, думала, чем же я буду делиться? У меня два высших образования экономических. Как я буду сейчас? Кому? Чего? И я начала, знаете, с чего? Это были мастер-классы по красоте в центре реабилитации. Я проводила очень много времени в реабилитационном центре после того, как родила Таечку. И я решила, что я буду делать девушек на колясках красивыми. Знаете, я так сидела во дворе однажды, они такие унылые все, такие потухшие, выходят с пучками, замученные такие. Я думаю, о, я могу сделать мастер-класс по стилю и красоте. И так началась моя жизнь новая, когда ты отдаешь. Через два месяца, я помню, кто-то улетела, приезжаю туда в реабилитационный центр, а все такие красивые. Раньше как-то девочки отдельно кушали за столами, мужчины отдельно, а тут все вместе, все накрашенные, бабули такие сидят, яркие, в сарафан, там уже любовь у кого-то. Очень интересно. Знаете, очень важный вопрос, которым я должна сейчас поднять, это принятие себя. Потому что, не принимая себя, невозможно что-то давать людям, и невозможно чувствовать это счастье и любовь. Ни к себе, ни к кому-либо. Потому что все начинается с себя, любовь к себе, а потом все остальное. 4 года я не могла принять себя после аварии. 4 года. Я не смотрела в отражение зеркал. Знаете, вот есть когда витрины, какие-то случайные стекла, ты смотришь на себя там как что. Я не смотрела. Для меня это был человек какой-то отдельный. Вот я когда встану на ноги, тогда это буду я. Я вернусь к себе. 4 года я считаю просто как-то мимо прошедших в моей жизни. Куда-то зря прожитых, что ли, может быть. И поэтому сегодня, здесь и сейчас я хочу сказать, что нужно принять себя такими, какими есть, несмотря ни на что. У меня были очень тонкие худенькие ножки в детстве, я очень страшно мучилась, страшно мучилась. Я приходила домой, постоянно плакала, вот ходила в брюках длинных, там, не знаю, постоянно юбки какие-то закрывала ноги, по 8 колготок надевала в школу, представляете, чтобы ноги толще были. И вот однажды прихожу, говорю, мам, все, больше не могу. Она говорит, сколько же можно уже, а как ты уже достала с этим комплексом? Берет меня так за руку, подводит к зеркалу, говорит, посмотри на себя, какая ты красивая. Посмотри, какие у тебя глаза, какие волосы. Мы тебя любим, несмотря ни на что. Как ты можешь не принимать себя? Тебе в школе педагог дает задачу с определенным дано. Ты выходишь. И ты говоришь, о, извините, мне такое дано сложновато, поменяйте, пожалуйста, на полегче. Нет? Ты решаешь то, как есть. Я говорю, ну да, решаю. Она говорит, так вот, твое дано такое, какое тебе дано Богом и нами. Решай свою задачу. Я походила 3 дня, походила, а потом мы поехали с папой на рынок и купили мне короткую юбку. Это был 7 класс, я пришла в школу, это был, конечно, ужас, потому что все там смеялись надо мной, и это была достопримечательность №1, как это я вдруг пришла в короткой юбке, в капроновых колготках. Через неделю вообще уже никто никогда не обращал на то, в какой я юбке, и чего там, какие ноги, все. Мы поехали с папой через 2 недели, я помню, купили мне самую короткую юбку. В школе заведующая постоянно проходила вот так и похлопала меня по 5-й точке. Я все время говорила, что такое, что вы делаете? Она говорит, да я проверяю, ты в юбке вообще сегодня пришла или нет? У тебя из-под свитера ее не видно. То есть комплекса нет. И через эти 2 недели, я очень хорошо помню, у меня появился парень, друг, ухажер. Он ходил каждый вечер, меня с тренировки домой провожал и говорил, Ксю, какие у тебя ноги красивые. Я так, правда? Не врешь? Постоянно подозревала.
На самом деле он был здесь. А что изменилось? Все стало с тем же самым. Изменилось мое ощущение и принятие себя. Мы все разные, с абсолютно разным дано. Вы знаете, мне сейчас что часто пишут? А, ну конечно, тебе повезло. Ну, у тебя муж, там, друзья, у тебя семья есть. Ну, конечно, повезло, чего нет-то? И очень часто пишут, ну, а что не быть такой известной, если так все в жизни хорошо? У всех разное дано. Но вопрос в том, что мы с ним делаем. И в этой задаче у нашей, у нас у всех один ответ должен быть. Мы все должны быть счастливыми. Так вот, что бы ни происходило в жизни, очень важно в эту задачу добавлять новые вводные, новые иксы, игреки, потому что мы живем в 21 веке, нам все дано для того, чтобы быть счастливыми. У нас огромное количество опций, чтобы стать лучше, чтобы стать краше, чтобы стать духовнее, сильнее, быстрее, что хочешь, все есть. Только добавляйте в свою задачу это. А ответ один – счастливы. И вот когда мы принимаем себя, безусловно, мы живем здесь и сейчас, мы не ждем никогда ничего завтра. Сейчас я живу сегодняшним днем только. Я понимаю, что вот он есть день, и есть возможность здесь и сейчас быть счастливым и что-то давать твоему окружению. Вот через 4 года после аварии я поехала в город Саки в Крыму. И думаю, ну там живут там вот люди с ограниченными возможностями здоровья, вот они там все что-то там приезжают, туда тусуются. Думаю, ну это те люди, которые сдались и приняли свою инвалидность. Я же не такая, я же все тружусь каждый день на тренировке, каждый день. 4 раза я ломала ноги, потому что пыталась встать. Каждый год операции снова, железные вот такие штуки и все прочее. 4 раза каждый год. И снова вставала и пыталась ходить. Через 4 года думаю, ну надо же уже, наверное, попробовать поехать в Крым, туда же зачем-то все ездят инвалиды. И приехав туда, вы знаете, я первые 3 дня я есть не могла. Потому что я подходила к столовой, и у меня вот так ком в горле стоял. Я таких разных инвалидностей в жизни не видела никогда. Мне казалось, что я на съемках фильма «Восставший из ада». Каждый там, кто как, добирается в эту столовую, все садятся за столы, и там у кого-то изо рта падает, у кого-то еще что-то. И вот я сижу, на это все смотрю, думаю, боже мой, как есть-то вообще? Где я? А они такие вечером выходят счастливые, я там с книжечкой сижу возле корпуса, а они все выходят, «Ксюха, пойдем на дискотеку!» Я говорю, что? На дискотеку, вы еще и танцуете, ребят. Вы вообще как себя чувствуете? То есть в моей системе координат мы в разных жизнях. Через неделю, мне уже стало скучновато, думаю, что они там делают, пойду посмотрю хотя бы. Я пришла на дискотеку, и я была поражена. Потому что полный зал был ребят с ограниченными возможностями здоровья, и я не увидела ни одного инвалида. Они отжигали так. Парень на коляске, который вот со мной за столом-то в столовой, он со своей коляски так умело очень спрыгивал на пол и танцевал брейк-данс. 2 колясочников в углу стояли и очень страстно целовались. Я увидела жизнь, вообще вот я просто увидела жизнь, я увидела счастливых людей. Их не волновало, что с ними что-то не так, или где-то когда-то у них наступит счастливая жизнь. Они жили здесь и сейчас. И я увидела счастливых ребят и увидела несчастную себя. Ксюшу, которая чего-то ждет, она знает, что от нее ждут ее близкие. Мой муж каждый день мне говорил, так, ты еще не встала, значит, ты мало стараешься. А я, знаете, такая на износ, по 8 часов в спортивном зале, с тренером, дома, неважно, везде. И вот я 4 года так жила, а тут вижу, ребята счастливы. Я вот уехала в эти Саки на месяц, а в Москву вернулась через 4. Меня затянуло.
Я уехала потом жить с девчонками, тоже колясочницами, в частный сектор. Мы продолжали ходить на тренировки, на процедуры. Но мы отжигали каждый вечер так, как будто в последний раз. Мы делали тематические вечеринки для всех ребят с инвалидностью. Я все свои знания, там, креативные какие-то мысли все приложила и реализовала там. И сейчас все до сих пор вспоминают наши тусовки, потому что мы наряжались, мы устраивали дискотеки. Это было очень весело. Вот там, в этот момент, я приняла себя. Никто из этих друзей новых, они не знали меня прошлую, Ксюшу на ногах, и они не ждали от меня ничего. Их устраивало то, какая я есть. Соответственно, я не ждала ничего. И я прилетела в Москву и сказала мужу тогда: знаешь, если ты меня такой не принимаешь, и ты все продолжаешь и продолжаешь ждать, когда я к тебе вернусь вот та, на ногах, то давай прямо сейчас расходиться. А он не отпустил. Сказал: нет, не для того мы все это проходили, чтобы ты ушла. Поэтому я принимаю тебя, хорошо, но мы будем всегда гипотетически предполагать, что все равно, может быть, что-то произойдет, и ты встанешь. Я говорю: хорошо. И вот в этот момент я зажила. Вы знаете, принятие себя очень важно, потому что именно после этого, через буквально 2 месяца, вот как в Крыму со мной это произошло, я вернулась в Москву, звонит звонок, и мне говорит: Ксюш, тут пока тебя не было, мы документы твои отправили в Рим на конкурс красоты. Поедешь? Тебя отобрали. Я говорю: нет, конкурс красоты — это для каких-то, не знаю для кого, вообще не моя история, я уже взрослая и не очень-то уж симпатично, чтобы в конкурсах красоты участвовать. Ну, в общем, я туда попала. Конечно же, я никому не сказала, что я на конкурс красоты поехала, и мне было очень стыдно об этом признаться мужу и семье. Я сказала, что еду на какое-то мероприятие там, в Италии. Я же не знала, что мне корону придется привезти. Так я стала мисс мира среди девушек на колясках, приехала, бздынкнула короной в двери, и меня все спросили: а что это там, бутылки какие-то? Я говорю: да, это корона. Она там такая... Это еще один важный момент после принятия себя. Да, именно так происходит. Попробуйте это сделать. Попробуйте принять себя со своим дано прямо сегодня, здесь и сейчас. Вы поймете, что все очень по-новому завертится. И после этого пришла моя корона, которая навсегда оставила один и тот же лозунг со мной: всегда говори «да». Вот с того момента я всегда говорю «да». Что бы ни происходило, куда бы меня ни звали, я боюсь представить, что если бы я все-таки отказалась и не попала на конкурс. Он очень сильно изменил мою жизнь. Потому что после конкурса ко мне обратились власти, ко мне приехал мэр наш прекрасный, нашего города, приехали какие-то журналисты. В общем, начался диалог, в котором я была услышана, и я могла сказать о тех проблемах, которые были для меня очевидными. И так родились образовательные программы для людей с ограниченными возможностями здоровья, так родился первый пляж в России для людей с ограниченными возможностями здоровья. И пошло, 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 сейчас уже это фонд и большая-большая всероссийская деятельность, которая меняет жизни людей на колясках каждый день. Проще всего просто дать, подойти, дать денег, помочь как-то. Материально. Это самое простое, что мы можем сделать. Согласитесь, дать копеечку или выложиться так, чтобы человек захотел встать и пойти сделать сам. Это то, что вы делаете каждый день. Вот у меня фонд благотворительный, а вы растите сотни малышей, которые либо ничего не получат, как-то там, как трава вырастет, либо получат от вас вот это вот душу и мотивацию на то, чтобы встать и сделать самому. Наши проекты, проекты моего фонда, они именно такие. Это конкурсы красоты, вот, и вот сейчас показывают, когда девочки после наших конкурсов становятся общественными деятелями, становятся помощниками министров социальной защиты, становятся культурологами, становятся режиссерами, снимают свои фильмы, ставят свои постановки в театрах. Они продолжают жить с
своей жизнью. Это девочки, которых мы вытаскивали из домов, оторвали от родителей, чтобы выставить их на сцену. А сейчас они все живут самостоятельно, без родителей, своей жизнью. У нас уже несколько даже случилось семей с детьми. Это очень важно. Важно помнить эти вещи, которые каждый день нас делают целостными. Это наше окружение, да, о котором я сказала. Поэтому, кстати, я сейчас вот возвращаюсь к принятию себя, вот что хочу сказать. Год назад у меня была лекция на форуме для детишек-сирот. И лекция была такая нестандартная. Мы проводили ее в усадьбе Глазунова здесь, в центре Москвы. Это художественная галерея. И вот я им рассказываю, что-то рассказываю, вижу, мы так идем, двигаемся по залу. Я вижу перед собой большую картину. Картина называется «Христос и Антихрист». Прогуглите, кстати, она есть в интернете. Абсолютно два одинаковых лика, только лица. Большой, достаточно такой крупный размер у них. Называется «Христос и Антихрист». Так вот, то, о чем я всегда говорю, для меня стало настолько очевидным. И каждый из вас может быть Христом и Антихристом, нести разное. Когда меня спрашивают, почему от меня не ушел муж, я всегда говорю, потому что это мой выбор. Прежде всего, это мой выбор, кем быть: ворчливой, недовольной, недовольной собой, недовольной жизнью или счастливой, дарящей постоянную любовь женщиной, которой всегда хочется притянуться. Поэтому, да, давайте будем делать правильный выбор. Мы будем либо Христом, либо Антихристом. Мы можем быть ворчливыми такими вот, склочными, что-то постоянно недовольными. Опять опоздал, не сомневалась. Или мы можем же, да, сказать очень добрым, светлым голосом, которому хочется подойти и обнять. Я всегда за то, чтобы быть теми, кого хочется обнять. Да вы сами это знаете, кем хочется быть вам и к кому вам хочется притянуться. Поэтому, когда мне говорят, что у меня нет совсем друзей, у меня очень небольшое окружение, это всегда говорит о том, что человек часто, наверное, делает неправильный выбор, и от него просто уходит. Но, конечно же, это происходит от боли. Я приведу последний пример. У меня в Питере была лекция, полный зал, там, и одна девушка, женщина, сидела так слева, и так вот так вот все время сидела и качала ногой. Нога на ногу, то одна, то другая. И вот такие зажатые губы все время, такие недовольные глаза. Думаю, интересно, что она здесь делает? Обычно так не происходит на моих лекциях. И вот в конце автограф-сессия, все подходят, там что-то говорят, мы фотографируемся. Она дождалась, пока уйдут все. Всех прям пропустила. Подошла и говорит: вы знаете, Ксения, я вообще вот это вот все не люблю, вот эти вот встречи с людьми, вот много так людей, вот это все обнимаются. Вот это я не понимаю, зачем вы это делаете, я вообще не очень люблю людей. Я говорю: так, а что вы здесь делаете? Она говорит: ну вот меня подруга затащила, мы с работы ехали вместе, а дождь пошел. В общем, для того, чтобы мне не ехать, не идти под дождем, я решила, что потерплю. Потерпела. Я говорю: вы знаете, ну, бывает такое. Давайте, можно я вас обниму? Вы мне очень нравитесь. Она так на меня посмотрела, говорит: нет, не надо. А я ее притянула и обняла. Потому что для меня это был очень интересный квест. О квестах я сейчас как раз вам и хочу рассказать. Она так отпрыгнула от меня. Я говорю: давайте завтра попьем с вами кофе. Вот гостиница такая-то, во столько-то у меня будет перерыв между встречами. Приходите попить кофе. И она на следующий день пришла. Она пришла, так на меня смотрит, говорит: я не знаю, зачем я пришла, я просто пришла. Я говорю: садитесь. И мы так о погоде, о чем-то вообще. И когда мы прощались, у меня было всего 15 минут, я говорю: вы знаете, Галя, вы такая теплая, у вас столько внутри любви на самом деле. Мне странно, что вы не любите людей. Наверное, что-то очень произошло такое сильно болючая в вашей жизни. Она говорит: ну да, но не важно. И убежала. Ну ладно.
Прошел год, у меня снова лекция в Питере, там какая-то совершенно закрытая была тусовка, там небольшой зал. И заканчивается лекция, врывается в зал женщина с цветами, я сижу, она падает передо мной на колени, кладет букет цветов ко мне на колени и значит, смотрит на меня и говорит: «Ксюша, это я, Галя, ты помнишь?» Я говорю: «Нет, совершенно, я совершенно не помню человека и не вижу знакомого лица». Она смотрит, говорит: «Это я, Галя, помнишь? Вот тогда, вот там, в том зале я сидела, людей не люблю». Я говорю: «Да?» Она говорит: «Да, это же я. Я же книгу выпустила «Как делать добрые дела»». И дает мне эту книгу, подписывает. Она говорит: «Я же школу доброты в Питере открыла. Мы же в каждой школе проводим уроки доброты и учим детей своими руками делать целую серию добрых поступков». То есть не просто пошел, взял денег и кому-то дал, а там целая история. Она методику разработала, понимаете? Она говорит: «Мы уже 150 школ прошли, у нас очень крутой результат, у нас скоро будет большой с губернатором по этому поводу съезд». Я на нее смотрю, и у меня слезы катятся, потому что это другой человек. Она говорит: «Я так счастлива, я так люблю людей, оказывается». Нам проще всегда сказать человеку, который рядом, какой-то не такой, какой-то угрюмый или злой, сказать: «Я тебя не знаю, там, я не хочу с тобой общаться». Мы, в принципе, будем правы, это наш выбор. Но в наших руках сделать человека другим. Просто открыв свое сердце и подав в нужный момент руку. Поэтому я точно знаю, что невозможное возможно. Поэтому я катаюсь с парашютом. Кстати, 4 недели назад, да, 4 недели назад здесь... У нас в Подмосковье прошел поддерживаемый моим фондом первый чемпионат мира по прыжкам с парашютами, ну, проведенный в России, так это уже был третий. И я там завоевала золотую медаль. Два года назад я начала прыгать. И во Франции мы тоже ездили нашей командой участвовать в этом чемпионате мира. Тогда мы там завоевались, я завоевала серебро, ребята у нас забрали золото. Это было невероятно сложно. Я тогда еще кормила вторую дочку, а еще не было третьего ребенка, у нас потом родился сын. И вот сейчас золото на чемпионате мира по прыжкам с парашютом. Я точно знаю, что невозможное возможно. Прыжки с парашютом, вообще в принципе высота, были самым большим моим страхом. Честно вам скажу. Поэтому преодолевайте страхи, преодолевайте, несмотря ни на что. Когда мне говорили, что я никогда больше не смогу иметь детей, я думала: «Хорошо», и верила в свою миссию. Когда мне говорили, что на горных лыжах в нашей стране не ездит никто из колясочников, я говорила: «Окей, ладно, я попробую». Ну, не получится, ладно. Зато я знаю, что я сделала для этого все. Сейчас у нас проект, который в скором времени запустится и поможет огромному количеству людей поверить в себя. Все ребята с ограниченными возможностями здоровья смогут получить возможность кататься на этих лыжах, если они об этом мечтают. Вейк, адаптивный вейкборд, это, я не знаю, знаете, может быть, доска за лебедкой по воде. Такого вообще в стране в нашей не было понятия. Адаптивный вейкбординг. Год назад здесь, в Москве, мы провели первый фестиваль всероссийский адаптивного вейкбординга. Привезли специальное кресло для этого, привезли федерацию сюда, главу федерации, который официально занес эту категорию в спортивный вид, отдельный спортивный вид пара вейкбординг. Сейчас наши ребята готовятся, они уже выступили на всероссийском чемпионате и готовятся на чемпионат Европы. Возможно, все, если ты в это веришь, и ты каждый день делаешь по чуть-чуть, step by step. Вот. А у нас все уже по времени? Все. Мне показывают, что сильно все. Спасибо вам огромное еще раз.
Спасибо за ваше тепло, за любовь, которую вы дарите нашим детям. Это очень важно. Я каждому из вас желаю бесконечной мотивации, чтобы каждый день вдохновляло так то, что вы делаете, чтобы никогда не остановиться. Спасибо вам большое. До свидания.